О, Соник, Салли, здрасте. Здрасте, ваше высочество. А можно мне, пожалуйста, дачу в Испании? Спасибо. Я все-таки твой друг или нет, а? Я тебе друг или нет? Дачу, мне говорю. И парочку рабов, если можно. То неловкое чувство, когда коронация пошла не по плану немного. Стоишь ты такой на коронации. Инаугурация. Пришел, а там, например, Зеленский экзе. Упс! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и я рад вас приветствовать в новой игре по Сонику Экзе, на которую у меня, между прочим, большие надежды. Называется она «Темные времена Мобиуса. История Тейлза». И времена... О, боже, какие же они темные, ребята. Я настолько выкрутил яркость монитора, чтобы хоть что-то тут увидеть, что у меня сейчас глаза повытекают нахрен. Поэтому давайте, пока этого не произошло, сразу же приступим. Новая игра у нас тут. Давай, начинаем. Итак, вот как вы видите, довольно неплохое оформление уровня. Но опять, все очень темно, но довольно неплохо оформлено. Есть вот такие вот, смотрите, прикольные субтитры. Обычная кровать. Пусто. Пусть-то. Ну, то есть, на первый взгляд, игра кажется довольно качественной. Плюс Тейлза можно накормить куричьими ножками и какой-то кока-колой. Это ли не прекрасно? Игра, в которой Тейлза можно накормить куричьими ножками. Ну, я, правда, не знаю, как это сделать, на самом деле. По-моему, это просто его жизни, да, и, наверное... Или что? Куда нажать, чтобы он хоть что-нибудь сожрал? Непонятно. Вот я нажимаю левую клавишу мыши. Короче, может быть, и нельзя. Может, я и перехвалил игру. Так, ну ладно. Обычный анатомический атлас, говорит Майлз Тейлз Прауэр. Пока что непонятно, что к чему в этой игре. То есть мы просто вот заступаем, как говорится, вот здесь, вот в этом месте. Тейлз оказывается в темном помещении и ходит тут, шляется туда-сюда, как дурачок. Непонятно, чего ищет, непонятно, чего ждет. Так, ну давай, проходи. Вот, отлично, теперь выходит. Во, вот сюда можно пройти, да? Наверное... Опа-па. Наверное, здесь на нас нападет Соник Экзе, я так подозреваю, что он вылезет из какой-нибудь жопы, из какой-нибудь сраной дыры. Этот холодильник забит колбами и пакетиками с кровью. Странное же это место. А каким хером ты сюда проник, дружок ты мой хвостатый? Ты это мне не можешь объяснить? Было бы очень интересно узнать, я думаю, всем. Не только мне. Так. Вколат нельзя использовать. На столе лежат бумаги, связанные с каким-то ежом. С черными глазами. Это, наверное, речь идет про ежика в тумане из советского мультфильма. А, какой кошмар, но, как вы сами понимаете, нет. А вот окровавленная дверь. И в нее можно было без проблем пройти, вот это интересно. Ну что ж, ладно, мы прошли в окровав... Что это? Труп? Это сон, это сон. Вы чувствуете, как кто-то наблюдает за вами. Да кто? Труп! Ты наблюдаешь за мной! Труп, не наблюдай за мной! Я нервничать начинаю, когда трупы за мной наблюдают. Это у нас у Тейлзов семейная по Тейлзовской линии. Все постоянно нервничали, когда за ними наблюдает труп. Удивительно прямо! Смотрите, здесь кровавые следы пошли. Раньше их не было. Ну, слушайте, надо сказать, что игра довольно-таки жутковато сделана, на самом деле. Привет, Тейлз! Привет! Привет, ежик, это ты, я прям чувствую. Я по почерку тебя узнал. Прям по почерку я тебя узнал. И по характерным признакам. Ну там, трупы, кровь, ты все это любишь. Оно тебя сопровождает обычно. А-а-а, он побежал за мной, ребят! Во-о-о. Нажмите Z для начала разговора и Enter, чтобы продолжить. Это был просто кошмар. У вас новые сообщения. Ну, прочесть, конечно, ну интересно же, давай. Тейлз, не забудь, завтра в 7:45 прийти к месту встречи. Парковка. А еще достань костюм. Вот как это будет модный Тейлз в костюмчике, в галстучке такой, да? Тейлз Хитманович такой будет. Так, ну чё, лежит наш бедолага весь потный аж от ужаса в кровати. Давайте вставать как-то. Как я мог забыть об... А, еще диалог продолжается, да? Как я мог забыть об этом, да? Ладно. Посмотрим, когда это сообщение было выслано. 34 часа назад! О нет, Крим меня точно убьет! Ни хрена себе ты, Соня! Соня, слышь, Тейлз, 34 часа спать! Какие-то лисячьи биоритмы нарушились! Ты чё, Тейлз, ты чё, кто так делает? Как я мог забыть об этом? Ладно, посмотрим. А, понятно, Enter, да? Ясно. И наконец-то, ребята! Я вижу свет. О, он что-то жрет там. Он сожрал только что. Тейлз только что сам самостоятельно сожрал. Позавтракал, типа, без моего ведома. Охренеть. Ну, короче, главное, что стало светло. О, игрушка Эггмана, прекрасно. Ну, давай возьмем, поиграться-то, ну что ты. Так.
Ага. Что это? Неуязвимость какая-то. Прикольно. О, это подсолнух из растений против зомби. Я тебя узнал, а вот и ты опять, да? В какую сторону мне направляться, не подскажете? Так, подождите, я не знаю. Я хочу пойти куда-то, куда мне не надо. Если там секрет или типа того. Если я сразу пойду туда, куда мне надо, я могу не вернуться назад, понимаете? Вот, я, по-моему, правильную выбрал дорогу, видите? Вот здесь я взял колечко. Дальше я не могу попасть. Да, не могу попасть. И теперь могу спокойно исследовать уровень в правильном направлении. Ну что ж, давайте. Ну, Соник Экзе, представляете, какая падла, уже во сне домогается. Уже во сне нас достает. Сюда, правильно? Правильно. Слушайте, музыка прикольная. Я не знаю, взята она из оригинальных Соников каких-то или нет, но она прикольная. Здравствуйте, товарищ Ёжиха. Прости, мне некогда. Дальше вам нельзя. Почему? За этой стеной карантин, и поэтому нам приказали никого не впускать. Все, диалоги окончились, да? И что ж мне делать теперь? Так у меня иммунитет, вы видите, я это... Вы видите, я... Тут этот... Подрагиваю каким-то голубеньким свечением в форме меня самого. Это иммунитет от карантинов. Пустите, пожалуйста... А, все, он закончился, блин. Вот это с вами пообщаешься, и иммунитет заканчивается. Представляете, какую? Ну ладно, давайте сюда тогда бежать. О, Крим, привет. Тейлс, почему ты так долго? Мы устали тебя ждать. Прости, Крим, я забыл, что должен был уже быть здесь. И почему ты в таком виде? Мы разве не договаривались, что ты купишь себе костюм? Я его забыл купить. А где его тут купить? Тут не было магазинов нигде. Никакой Ашот с костюмами не стоял и не говорил: слушай, покупай, дорогой, самый лучший костюм любой красавица падет к твой ног. Не было такого. Она убьет меня. И ты тоже не в платье своем обещанном, между прочим. Я переоденусь уже там, бака. Там у мусорного бака. Там у бака переоденусь, как обычно. Я там у одного бака позавтракаю, у другого переоденусь. Ну а по красоте, я красиво живу. Крим, лайф. Get a life, Тейлс, ты так не умеешь. Так, ну чё, здравствуй. Доброе утро, Тейлс. Доброе. Как работа? Недавно устроилась в кафе. Чао, кафе. Сядь в машину. Когда? Бу! Где ж готов ехать в столицу? Интересно, почему так выделены были эти буквы, непонятно. Ну, в общем, давайте вот это тоже возьмем. А вот там мы уже все. Мы уже соснем тунца и никуда мы не попадем, да? А ты не умеешь летать, да? Он летать не умеет. Я пробовал, ребят, нажимать многие клавиши, ни хрена. Нажмите Z для начала разговора. Поговорить с Ваниллой, поговорить с Крим. Ну, я не знаю, на нас обижены Крим, поэтому. Давайте с Крим. О чем ты хочешь поговорить? А, это они едут и проносятся. Как тебе новый дом? Что нового? Ну, в нем уютнее все такое, но теперь мне приходится дольше идти к Эмис Блейз. Давай с Ванилой тогда. Как живется в новом городе? Очень хорошо живется, но вот каждодневный проезд через блокпост утомляет. Что нового? Как видишь, я купила машину, остальное... Ты уже слышал. О чем ты хочешь поговорить? Что нового? Недавно я нашла куклу, похожую на тебя, но с кристаллом или рубином на голове. Тейлс Дол. Тейлс Дол. А, слышишь, а Тейлс там, кстати, продолжает жрать как не в себя. Прямо конкретно. Зажирает просто все запасы. Тейлс, мы что, мы с тобой умирать потом будем, если еда кончится? Эти-то не покормят. А он сама худющая, раз не окон. Пока ты спал, Крим ушла дальше на площадь. И сколько? Опять спал? И сколько я проспал? Ну, примерно часа два в поездке, 30 в городе минут. Блин, я хотел по пути заехать в порт за посылкой. Ну, ничего, мы на обратной дороге заедем туда. То есть 36 часов ему было мало, да? Еще пару потом часиков. Ой, слушайте. Парень берет от жизни просто все, да? Все часы сна. Что называется. Теоретически, которые только можно взять, он возьмет. А мне вот что еще интересно. А, понятно, все. Я ответил на свой вопрос, который не успел еще сформулировать. Сюда можно, нет? Нет, нельзя. Туда пройти никак нельзя. Ну ладно, идемте тогда, в принципе, вот в эту сторону. С архивой. With achieve victory. С выигранной победой. Привет, незнакомец. Ты тоже идешь смотреть коронацию? Какую коронацию? Ты чего? Это же великий день. Сегодня же коронуют нашего героя Соника. Будет весело, я чувствую.
Мы-мы. Ну, мы-мы, да. Мы-мы, так мы-мы. Где там коронуют Соника? Я хочу... Соник мой кореш. Он должен меня сделать хотя бы премьер-министром каким-нибудь. Тебе чего-то надо от меня? А что это за униформа у нас? Новая униформа капралов рядовых королевства. Жаль то, что сменили цвет синего на зеленый. Мы? Прошу, не мешай есть. Анжелик кафе. Ну эй, дайте пожрать, у меня вон запасы кончаются. Вы видите, осталось 3 куриных ножки. Я спал всего 36 часов, а потом еще пару часов и еще полчаса. Я съел всего 2 куриных ножки за это утро. Я голодаю, умираю. Посмотрите в мои грустные лисячьи глаза. Выручите. Ну, ребята, кто-нибудь на помощь. Лисенок в беде. Ой. Так, я понял, сюда можно, да? А, вот видите, а здесь уже тупик. Ну все, идем тогда. Я, как видите, пытаюсь полностью исследовать уровень, чтобы потом не было никакой недосказанности, никаких вопросов. Ну шарики, тут Пеннивайз какой-то ходит, видимо, разбрасывает. Сегодня великий день. С победой, которую мы не достигли. А вот сюда можно? Да, смотрите. Чё-чё написано, я прошу прощения. Элайс, Элай наш король. Вали отсюда, Салли. Материалисты нас погубят. Темная империя убийца. Ну, тут, слушайте, тут целая политическая игра престолов. Игра престолов Мобиуса разворачивается на наших глазах. На улице как-то ветрено, не правда ли? Ну, наверное, ветрено, не знаю. Может быть, тут людишки ходят ветреные, поэтому тут и ветрено, неосознанные, несознательные. О, Соник, Салли, здрасте. Здрасте, ваше высочество. А можно мне, пожалуйста, дачу в Испании? Спасибо, я все-таки твой друг или нет, а? Я тебе друг или нет? Дачу мне, говорю, дачу мне выпиши, в Испании хочу. И парочку рабов, если можно. Ха-ха-ха, хочу рабов, всегда хотел себе рабов так. Мне туда не надо. А как я сюда пришел? Как обратно выйти? Я еще не все посмотрел. У меня не так много времени для чтения. Извините, но сегодня мы не можем вам представить книги. Подойдите завтра. Это я в библиотеке, да? Понятно, это я в библиотеке. Мне туда не надо. Да что не надо? Ну скажи. Ой, у меня уже там кончается. Уже 2 кусочка курицы осталось с напитками. Представляете, как обидно. И туда мне надо. И туда мне надо. Еще сходи посы, чувак. Самое время, что ли. Так, ты давно этого не делал. Спать спал, жрать жрал. Причем уже 3 уже рыло. Что называется, прожрал своим одним. Леви, у тебя нет чести и уважения и пива. Серьезно, ты уже за 3 захавал за сегодняшнее утро. Хватит, остановись, Тейлс, у тебя будет жирная лисячья срака. Ты ее хвостом в воздух никогда не поднимешь. Вы же хотите сделать заказ? Сейчас, официант, как это, налей нам салуч пива, а? Сейчас, еще договори, что ты... Я-то... Налей лучше пива, да. Все, да, не молчат. Так, По-моему, на престол должен быть сесть Элиас Первый, а не этот выскочка. Даже если бы он стал править вместо Салли и Соника, вряд ли он смог бы исправить ошибки Максимилиана. Это не говоря еще об войне с Империей Эггмана. Даже если и так, мы хотя бы можем давать отпор захватчику, в отличие от вас. Мы материалисты не так сильны, как вы в военной мощи, но мы сильнее вас и других. Материалисты не сильны в военной мощи, а кто сильный? Теологи, мне просто нет. Но мы сильнее вас и других в технологическом плане. Мальчик, ты и дальше собираешься подслушивать за нами или уже уходишь? Я дальше собираюсь послушивать, а ну продолжаем. Продолжаем разговор, я не понял, а? Да, дальше, я тут погрею немного свои лисячьи ухи, какие проблемы, я не понял. Так, все, и с этими поговорить нельзя, идем дальше. Здрасте, здрасте, здрасте. Чего вы все жопами повставали? Никаких тебе интересных собеседников. Как там у вас дела с Марин? Марин теперь капитан своего корабля, но я не знаю, где она находится в данный момент. Привет, Блейз. Угу. А, понятно, это то же самое все, да? Милое платье. Спасибо! А спросить, почему ты ушла от меня? Маленькая потаскушка! Почему я не могу это спросить? Я выбрал уже вариант один и все, да? Опа! Здрасте, ваше высочество. Простите, я маленько опоздал. Тейлс, ты не опоздал! Коронация будет проходить вечером на главной площади. И если сейчас не коронация, тогда что же? Ну, мы сейчас принимаем гостей, а после этого пойдем во дворец. Окей. А мне что делать? Enter, чтобы продолжить. Оу! Чё-то то неловкое чувство, когда коронация пошла не по плану немного. Стоишь ты такой на коронации. А там раз, инаугурация. Пришел, а там, например, Зеленский экзе.
Упс! Упс! Никто не ожидал, да? Или там, не знаю, Путин Экзе тоже прекрасно было бы. Но нет, такое, слава богу, возможно только здесь. В волшебном выдуманном мире Соника. Поэтому давайте же приступим к диалогу. Ты обязательно должен прийти, Тейлз. Все должны увидеть, как я стану новым королем. Этот день должен войти в историю, как начало золотого века для королевства Акорнов. Что? Почему все это я вижу? Это, наверное, просто галлюцинация за переутомление. За переутомление после 36 часов сна. У меня просто нет слов. Ты вообще охренел. Я представляю себе, какие-нибудь шахтеры сейчас работают в шахте. Как они от тебя офигевают, Тейлз. Переутомился он, бедняжка. Что-то мне нехорошо. Как же голова болит. Так, понятно. А? Напугал же ты нас со своей переутомленностью. Пришлось даже перенести коронацию. Ладно, дружище, увидимся завтра. Да блин, тут как-то по-идиотски сделано. Надо после диалога нажимать Enter самому и... Нажмите Z для начала разговора. С кем? С новым днем! Ну, привет, новый день. Что же ты мне сегодня приготовил? Думаю, мне надо бы посетить Моботролис. Узнать, что было в отсутствии. Пусто. В этом шкафчике много шестеренок и гаечных ключей. О, понятно. И теперь какой-то троллис, да, надо посещать. Будет, конечно, очень смешно, если в конце окажется, что никакого Соника Экзе не было, а у него просто поехала кукуха от того, что он переспал 36 часов. Ну, как вы в прошлой серии, наверное, помните. В общем, будем наблюдать. Сейчас мы идем, исследуем уровень. Мы попали в место, в котором мы еще вроде бы не были. Еще ничего тут не видели. Нам нужно сейчас с платформочки на платформочку. Аккуратненько, потихонечку. Помаленечку. Так. А где хоть одна живая душа, хоть кого-нибудь? О, кольцо взял. Ну, это уже неплохо. Кольцо это уже что-то. Это уже хоть какой-то небольшой результат, я говорю. Так, тогда... Так, сейчас, секунду. Вот здесь надо прям... Да, он не допрыгивает. О, все, все. И летать он не умеет, понимаете, если бы он еще умел летать, а так вот такие вот проблемы приходится пережить. Ну что, приходим в какую-то крепость, наверное, да, это крепость какая-то? Или что, что это такое? Куда мы еще премся? Тейлз, у тебя план какой-то есть, нет, идея какая-то, что ты хочешь вообще от этой жизни? Тут вниз куда-то можно спуститься, тут вот наверх можно куда-то подняться. Я не знаю, я иду наугад, я не понимаю, ребят. Чик-чирик-чик-чик, так птички поют, что-то там, цветочки цветут. Дайте вниз, давай, а, ясно. Ясно. Слушайте, как увлекательно-то пошло, а? Как увлекательно-то пошел процесс. О, ты чё? Банни декулит. Тейлз. Ой. Хотя ладно. Тейлз, а что ты тут делаешь в глухом лесу? Это такая басовитая девочка немножечко. Ну, бывает, бывает, да. Я решил пойти по короткому пути в Моботрополис. Это короткий путь? О, так это короткий путь. Тогда все понятно, да. Какой же длинный, мне интересно. Через Китай, блин. О, если ты собрался идти по такому пути, то можешь сказать Антуану, чтобы он пришел в Ангельскую лагуну. Хорошо, Банни. Я могу и не сказать, пошла нахер, да. В принципе, можно было и так ответить. Ну ладно, скажем, что нам трудно. Я не против с кем-то поговорить, если получится кого-нибудь найти. Банни, это ты? Привет, Банни. Это конец дома, ждите обновлений на следующей неделе. А-а-а! И сюда вот нельзя, да? Ясненько. Все, ребята, это конец. Закончилась демо. Ну, что надо сказать? Прикольная игра была достаточно. Такой вот у нас Соник Король Экзе. Что поделать? Вот, понимаете, рожа. Рожа его наглая экзешная решила, по-видимому, судя по... Оу. Фатальная ошибка. Я хотел сказать, судя по вещим снам Тейлза, я думаю, это вещи сны и все такое, судя по этому, ждет в обновлении чертовски охерительная коронация. Будем ждать. Мне игра понравилась. Интересно, необычно сделано, красиво оформлено. В принципе, идея достаточно прикольная. То есть, Соник Экзе уже начинает захватывать власть в Мобиусе на новом уровне. Он уже его уже коронует, представляете себе. Если это так будет, если это все будет дальше интересно реализовано, будет очень круто. Пока заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.